7 миллиардов рублей. Беспрецедентную сумму выделено на ремонт самарских дорог в этом году. Более миллиарда рублей – самая большая сумма в стране на жилье для молодых семей. 60% – рекордный рост строительства и ввода в эксплуатацию нового жилья. Добиться еще большего позволит конструктивный диалог власти и общества. Этот принцип заложен в основу реформы местного самоуправления, которая сейчас реализуется в Самаре. Раньше был один депутат у нас в Советском районе на 30 тысяч человек. Он один физически не успевал со всеми пообщаться, ответить на все жалобы, там проблемы, вопросы. А сейчас округа стали меньше, кандидаты и депутаты, они, соответственно, имеют доступ и непосредственно к избирателям. Избиратели могут позвонить на твой личный сотовый телефон, задать любой вопрос, встретиться. То есть такая связь идет прямая с населением. Сейчас идет взаимодействие с властью, коммуницирование с властью не на уровне человек-город, человек-область, а на более близком и тесном взаимодействии человек-район, что позволяет более оперативно решать все проблемы жителей. Самара – одна из первых в стране в формировании новой системы власти. На встрече с кандидатами в депутаты райсоветов губернатор Николай Меркушкин отметил, такая система позволит вовлечь в созидательный процесс как можно больше людей, неравнодушных к тому, как развивается город. Сформировать единую команду созидателей, куда войдут не только представители местных властей, но и общественники и рядовые самарцы, чтобы общими силами решать вопросы своего двора, микрорайона и города в целом. Мы должны почувствовать себя все единой командой, что мы одна команда, мы делаем одну работу, одну задачу решаем, как сделать город лучше, как сделать область лучше. И если мы будем как одна команда смотреть на эти вещи и решать, не думая о другом, то, конечно, у нас будут быстро очень совсем другие результаты. Чтобы каждый из вас осознал тот исторический шанс, который выпал сейчас для нашего города, для всех нас и для наших семей по изменению ситуации в городе. Чтобы в ближайшие 5 лет мы сделали такой мощный рывок в нашем городе, чтобы опять доверие государства, доверие жителей нашего города позволило нам гордиться на все 100% тем, что мы делаем в нашем городе, в нашей области, в нашей стране. Реформы местного самоуправления в Самаре, призванные приблизить власть к народу, переходят в завершающую фазу. 13 сентября в Самаре пройдут выборы депутатов в районные советы. Ими станут 284 человека. Это представители молодежи, общественных организаций, авторитетные в своих коллективах и активные жители Самары. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».